Предвыборная гонка в США. В штате Северная Каролина открылся национальный съезд Демократической партии. Делегаты собрались в городе Шарлотта. Им предстоит выдвинуть кандидатов на посты президента и вице-президента Соединенных Штатов, а также утвердить политическую программу. Имена претендентов давно известны. Это нынешний глава Белого дома Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден. Аналитики отмечают, главная задача демократов – продемонстрировать единство перед решающим этапом предвыборной борьбы. Форум продлится 3 дня. В нем принимают участие около 6 тысяч делегатов, примерно столько же гостей и около 15 тысяч журналистов. Ожидается, что кульминацией станет речь Барака Обамы, которая завершит мероприятие. На прошлой неделе свой съезд провела республиканская партия. Кандидатами на посты президента и вице-президента были выдвинуты Митт Ромни и Пол Райан. На мой взгляд, главная задача Митта Ромни – завоевать доверие граждан перед предстоящими выборами. Всем известно, что он хорошо разбирается в экономике. Что же касается действующего президента Барака Обамы, то ему надо убедить народ в том, что в случае его переизбрания последующие 4 года будут намного лучше его предыдущего срока.